Всем добрый вечер. Меня зовут Михаил Войтко. Я куратор курса B2B Product Nights. О чем курс? На курсе мы собрали опыт экспертов в разработке продуктов для бизнес-пользователей. Ну, ни для кого не секрет, что разработка для конечных потребителей, так называемая B2C, разработка продуктовая, отличается от бизнес-разработки. И в рамках курса мы посмотрим на несколько тем. Мы посмотрим, в чем особенности разработки внутреннего продукта для бизнес-пользователей, для бизнес-аудитории. Мы посмотрим, какие проблемы есть в процессе, как правильно узнать задачи более аудитории, как их оцифровать, как сформировать бэклог B2B продукта. Он немножко отличается от типовой разработки. Посмотрим, кроме того, что поговорим о CastDev'е и разработке продукта, поговорим еще и о том, как правильно его позиционировать и продавать на рынке. Весь третий модуль посвящен продажам. В рамках этого процесса нам помогут эксперты из технологических компаний и из консалтингового бизнеса. По итогам курса, этот курс мы позиционируем для опытных продуктов, для тех, кто уже имеет опыт в разработке B2C, B2B продуктов, для бизнес-аналитиков с опытом. Кроме этого, по итогам курса каждый из участников сможет проверить свой собственный кейс, предложить его для изучения, для рассмотрения коллегами и экспертами и получить заключение и рекомендации по его дальнейшему развитию в своем B2B-сегменте.